В 2020 году в Одинцовском округе ремонтируют 11 участков дорог общей площадью 80 907 квадратных метров. Суммарная протяженность трасс более 10 километров. Ход работ на улице Новоспортивной проверил секретарь Одинцовского отделения «Единой России», глава муниципалитета Андрей Иванов. Он подчеркнул, что на первом месте стоит вопрос качества проводимых дорожных работ. И приемка будет очень строгой, вплоть до переделки. Контроль осуществляется в рамках партийного проекта «Безопасные дороги».